Всем привет! Это Орхидея мира. Меня зовут Даша, и сегодня мы поговорим о фаленопсисах и растениях, которые могут жить с ними по соседству. Хотя, в принципе, если смотреть на первый экземпляр, тут вообще непонятно, кто с кем живет по соседству, потому что из-за кислицы, именно так называется это растение, фаленопсиса практически не видно. Кислица уже переросла горшок и свисает с него, как лиана. Но хочу обратить ваше внимание, что кислица не является растением-паразитом. У нее очень слабая маленькая корневая система, и она абсолютно не мешает росту фаленопсиса. Наверное, даже наоборот, немножко его притеняет, поэтому если будут какие-то солнечные лучи обильные, я думаю, что фаленопсису ожоги у нас не грозят. Второе растение – это эквестрис. У него растет такой очень интересный папоротник. Я не знаю, откуда он взялся. Эти растения мы получили с Азии, поэтому папоротник уже непосредственно семена, скорее всего, что были в мхе и проросли у нас. А третье растение – это джакаранда. У нее какой-то абсолютно другой вид папоротника. На самом деле мне нравятся все три растения, которые растут по соседству с нашими фаленопсисами. Смотрится довольно-таки мило. Не знаю, насколько будет растениям комфортно, когда папоротники будут развиваться. Но сейчас, согласитесь, смотрится довольно гармонично и симпатично. А как вам? Давайте делиться впечатлениями в комментариях.